Это настолка, в которой приходится попотеть гораздо больше, чем играя в манчкин, уно, крокодил или даже шашки и шахматы. Сегодня в программе познакомимся с игрой, у которой более 850 миллионов поклонников – настольным теннисом. Ну что, пора к столу? Привет, ребята! Привет! 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 Меня зовут Евгений. Меня зовут Рита. А меня зовут Дима. Мы игроки национальной сборной команды Украины по настольному теннису. И сегодня мы покажем и расскажем все о нашем виде спорта. В Украине настольный теннис развивается достаточно неплохо. Наша федерация старается делать для спортсменов как можно больше. Стараются организовывать больше сборов подготовительных к чемпионату Европы, к чемпионату мира. Стараются выделять больше денег на соревнования, чтобы как можно больше ездили, развивались спортсмены, а вот получали опыт. Больше всего увлеченных этим видом спорта, мне кажется, везде одинаково. Где-то просто есть города, где вот хорошие спортсмены, вот Харьков, Киев, там достаточно известные, и они ездят за сборную национальную, выступают. Все одинаково стараются развиваться и играть. Назови три причины играть в настольный теннис. Первая причина – улучшает координацию, развивает выносливость и все физические данные. Вторая причина – это новое общение, новое знакомство с людьми. И третья – это потому, что мы большая, дружная, спортивная семья. Игра в настольный теннис – это классно, полезно и весело. Настольный теннис – это спорт, игра, общение. Заниматься настольным теннисом с 4 лет, с 5. Моя мама тренер, вот, поэтому она меня привела в этот вид спорта. Мне понравилось, она видела, что есть у меня увлечение большое, поэтому решила продолжить заниматься и занималась со мной каждый день. Вот, и благодаря ей я достигла высоких вершин. Потому что начала заниматься рано. Плюс мне нравится этот вид спорта. То есть я настолько уже срослась с этим видом спорта, что не представляла себе, ну, как бы, чем-нибудь другим заниматься. Допустим, мне нравится, там, нравилось фигурное катание, мне нравилось теннис большой. Мне нравилось этим увлекаться. Но чтобы профессионально заниматься, то как бы я полностью отдавалась настольному теннису. Я из небольшого города, это город Кривой Рог. Как правило, как и в любом виде США, набор происходит благодаря школьному набору тренеров. Вот. Я, собственно, так и попал на настольный теннис. Был первый класс, зима, тренер пришел к нам в класс и говорит, кто хочет. Конечно, если бы пришел, наверное, другой тренер из другого вида спорта, скорее всего, я попал бы на этот вид спорта. Вот. Поэтому из нашего класса человек 10 пришло на следующий день же. Через 2 недели осталось 5, а через 3 месяца остался только один я. We'll be right back.
первой тренировки начало получаться. Возможно, это в то время считал я так, что у меня получается, но, по крайней мере, тренер так говорил, и, возможно, он нашел мастерский подход, говорил, что у меня классно все это выходит, давай продолжать. И мне действительно это нравилось, и я продолжил. Как бы дело еще, возможно, в моей настойчивости. Мне это, помимо того, что мне нравилось, мне хотелось чего-то достичь. Папа был любитель настольного тенниса, и в 5 лет я увидел, он взял меня на свою тренировку, я увидел, как он играет, мне очень понравилось, и я очень прям загорелся, хотел играть. Правда, меня в 5 лет еще не взяли, взяли только в 6, так что я год ждал. Очень занятно в этой игре то, что этот мячик очень сильно крутится, и разгадать загадку, в какую сторону, когда, это очень сложно. Существует парный вид соревнований, женские, мужские, одиночный вид соревнований, командные и смешанные. Одиночные – это один на один играют спортсмены, смешанные – это мальчик с девочкой. Женская, мужская пара – это когда двое девочек, двое мальчиков против друг друга. И командные – там три игрока. Мне больше всего нравится одиночный разряд и командные соревнования. По поводу, как кто тренируется, разные страны по-разному уделяют этому вопросу. Например, китайцы и японцы тренируются по 12 часов в день. Если взять европейцев, они уделяют этому виду спорта меньше времени, то есть 6 часов. Ну, соответственно, и результат, как бы, говорит сам за себя. Вот. Японцы, китайцы лидируют в этом виде спорта. Поэтому, ну, каждый сам себе выбирает, как он может тренироваться. Что касается меня, то я тренируюсь утром и вечером стараюсь ходить в тренажерный зал. Это когда у меня нет соревнований. Очень часто сборы посещаю, там по 2 тренировки в день, по 2 часа. Вот, поэтому в сумме где-то выходит 4-5 часов в течение дня. А теперь мы немножко подуреем и попытаемся попасть с Евгением в спичечный коробок. Поехали! Мне повезло больше, я сбил коробок с первого раза, а Женя практически тоже с первого раза, со второго. Вот и повеселились. Мы продолжаем наше веселье и сыграем матч я против Сергея. Я буду играть кроссовком, а Сергей будет играть моей ракеткой. Все, поехали. 0-0. Два один. 2-2. Вот короткий матч у нас закончился. Я выиграл со счетом 5-2 или 5-3 своим кроссовком. У каждого спортсмена существуют разные виды подачи. Кто-то подает справа, кто-то подает слева. Вот. Я лично подаю слева подачи. Вот. Первая подача – это плоская. То есть она абсолютно без вращения. Вот. Вторая подача – боковая. Мяч крутится больше кверху. И третья подача – это нижняя. То есть мяч летит вниз. Начинала заниматься я теннисом с простых отбиваний ракетки с мячиком. То есть такой путь начинают все. Сразу к столу никто не становится. Сначала учатся отбивать вот так вот мячиком, потом об стеночку отбивать, и только потом становятся к столу и учат определенные движения.
Бывали как бы дни, месяца, когда хуже получался определенный элемент, поэтому нужно было больше уделять этому внимания. Первых три года, как, наверное, и многие дети, я работал из-под палки. Мне всегда хотелось в летнее время пойти поиграть в футбол. Я всегда мечтал, что я просплю тренировку, но, к сожалению, так не получилось. Родители говорили: давай, просыпайся на тренировку. Так складывалось, что мне попадали на моей тренировочной карьере крутые тренеры, да, которые меня обучали технически, как бы, и к этому претензий нет. Как бы, разве что претензий к самому себя, возможно, я не настолько талантливый, как хотелось бы. Как и у каждого профессионального спортсмена, по ходу его карьеры он сталкивается с теми или иными проблемами по здоровью. Может, для кого-то было бы сложно, но когда дело нравится, то не сложно. Ну, пока маленький, пока не вступил в специализированную спортивную школу, то 5 тренировок в неделю. А потом по 2 раза в день по будням. То есть получается 10 тренировок плюс какой-нибудь турнир на выходных. Смотрел видео, разбирал известных мастеров, как играют, смотрел, как они делают те или иные технические элементы. Проводятся соревнования раз в год, чемпионат Украины. Там парные, смешанные и личные соревнования командные. Также еще Кубок Украины. Спортсмены наши выезжают на зарубежные соревнования, стараются завоевывать высокие места. Женская команда попала в 1/8 на чемпионате мира. Это считается впервые в истории. Вот, это считается хорошим результатом. Мужчины попадали в первый дивизион, это тоже считается хороший результат. Поддерживаете ли вы связь с европейскими спортсменами? Конечно, так как мы параллельно еще выступаем в других чемпионатах, следовательно, знакомств с игроками, с тренерами у нас много. Конечно, мы поддерживаемся, и это здорово. Настольный теннис – это круто, всем советуете? Все теннисисты, все друг друга знают, как большая семья. Конечно, всем советую. Пусть все приходят, занимаются, учатся настольному теннису. Всем пока, увидимся в зале настольного тенниса. До встречи. We'll be right back.